Кученька заболела, всю ночь плохо ей было, мы ее повезли к ветеринару, все едем. И даже мой пупсик. Да, конечно, твой пупсик в первую очередь. И коляска. Удобно очень. А моя, а которая мы, а моя сестренка туда влезет? Влезет. Почти приехали. Можно туда было заехать? Ну вот мы и приехали. Привет, доктор. Сегодня такая погода вообще. Вчера такая жара, а сегодня прям ветрище. Гуччи, тут такая веселочка была. Гуччи, нет, 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 нельзя. Дай мне Гуччи. Нельзя. Рядом, рядом, рядом. Все. Вообще милота такая. Классно. Эй, с нами нельзя. С нами пришел. Это у вас что за порода такая? А, Джек Рассел, да, все. Ну, все классно. Давай, Гуд. Как температурка? Ну, нормально. У них 38,3, это нормально. А повышенное это когда? Это 39,5. Ага. Ну что, мы уже идем? Угу. Ну, я думаю, что мы подбрызгаем, и нам подбрить не придется. Не, брить точно не надо. Может, ты через шерсть не видишь? Ага. Ага. Давай. Гученьки сейчас будут делать УЗИ. Пойдем, ну да? Температуру мы померили. Да, температуру померили, 38,3, все нормально. Что, может, это... Кто будет держать? Я буду держать. Я буду держать. Сейчас нас позовут, и мы пойдем делать УЗИ. Блин, это наряли то, что. Да не бойся, не бойся. Что твой живот, Гуччи? Не бойся, не бойся. Как мне прямо народные тела, тогда нужно будет делать рентген. УЗИ тут метод выбора диагностики, потому что мы можем увидеть структуру органов, ага, и замерить стеночки, если там у нас линия, еще что-то. Ага. По рентгену это все визуально. Мы можем оценить в основном только газ и какие-то инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Ножки хорошо держишь? Не больно? Лежи, 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 лежи
Бути, 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 на меня смотри. Лучше. Лучше. Там же. Неудобно. Ничего не говорите. Видишь, я тебе говорю. Ты молодец, молодец. Печени, почки, да, сейчас? Конечно, что ты кормили, тут все лежу. Ага. Она чуть-чуть совсем боялась, вообще чуть-чуть. А, я еще это, ночью ей дала активированный уголь чуть-чуть. И снизу. Все, Гучи молодец, вытерпела УЗИ. Умничка. Так, печень, главное, в порядке. Что у нас там еще посмотрели? Селезенка в порядке. Что-то съела, значит. Вся мокрая в этом, ага. Все хорошо, да, Никуся? Слава богу. А это для чего-то? Да, это, наверное, какой-нибудь наркоз. Может, еще что-то там делать. У нас кабинет номер один. Мама, зачем вы эти ножницы? Что зачем? Это для этого, ну, там, процедуры всякие, зажимы там, ну. А, вот она такая щетка. Пойдемте проверить Гусю пуходеркой. Бегаю. Просто у нас собака стыки покалила. Куда ты, куда? Кто? Конечно. Там же могло бы что-то это. Ну, да, Гучи, пока не надо. Да, Гучи. Как Гучи сериал, да. О, Гучи, больше никаких вкусняшек. Никакого сыра. Хочется ждать и что-то вкусненького. Ну как вот они. Тебе уже не хочется? Ну, мне тоже больше не хочу. Давайте ничего такого. Конечно, этому носику все хочется съесть. Да, уже все узнала. Понятно, ладно. Да, все, чуть-чуть попила. Больше не будешь быть? Все? Она вообще всю ночь не пила даже. Видимо, болел желудок. Сейчас он хоть хвост кверху, а то хвост был вообще опущен внизу. Гучик, ты что там делаешь? Все? На работе? Но. Ну, что бывает. Что ты? Бывает в жизни быть. Палкой пить со стола. Что-то у меня все тут слезло. Нет? Да. Как
Кабинет первое слово, а второе? Как ты кверх ногами читаешь? С той стороны читаешь. Сидеть, Гуччи, выздоровела собака, выписывайте нас. Все хорошо. Может, иди. А ей не больно будет? Неприятно. Да. Дыши крепко. Не бойся, Буча. Все, опускайте. Можете на ручки взять. А, так быстро, да? Я думала, просто там. Да мне Гучу, я пожалею. Подожди. Гуччи сейчас укол такой поставили. Два целых укола, да. Молодец, выдержала. Выдержала, ага. Противорвотный один, а другой гастропротектор, ага. Все. Зато будешь спать спокойно. И я тоже. Это в корм добавлять прям. А давайте я тебе попробую это расчесать. Ну давай, попробуем. Можно расчесать? Бычи, успокойся, все хорошо. Бычи, рядом. Помню, так, чтобы не дергать. Я помню, как я сама вот так брала и вот так выдала. Угу. Вот тут у меня пальца. Смотри, чтобы не дернуть, это она больше не дастся. Я смотрю, вот это лаву. Угу. Такой чешет? Нет, это эти. Ну, как у нас. Нет. У которой пуходерка такая. Ага. У нас есть пуходерка. Ну все, Гуччи с уколами поставлен. Форма у нее там есть. Да? Ой, какая колясочка, ну просто как настоящая. Это знаешь, что тут надо делать? Намочить, погладить, посушить и положить. Вот такие тут ванночку, бантик, вот такая расчесочка. Берем. Вот у нас тоже какой-то голубой был. Да, это зайка. Берем вот это. Потом... Где?
Куда тебе 100 корочек-то? Вероника себе купила ролики, роликовые насадки. Угу. Можешь поснимать? И так снимаю. Её. Так, заглянуть. О, такая красота. Что-то упало для маникюра. Мы зашли в Пятерочку. А кушать? Да, кушать хотим вообще. Возьму вот такое вот хлопья гречневые. Вкусные очень. Соль морская. Мы в Пятерочку зашли. Тут так все красиво сделано вообще. Так все аккуратненько прям. Как прям раньше в нашем Елисее. Вот манго стали продавать. Ну-ка посмотрим. Манго. Состав. Манго сушен. И ну сахар все равно тут есть. Вот смотрю, все эти здоровые батончики, но все равно там присутствует сахар. Да, все-таки пойдем в Мегамарт за теми батончиками. Еще посмотрю их на Валберес. Сейчас, Никуся, иду. Все, пойдем на кассу. О, надо было. Там у меня только не мамочный. А всякие ботилы, Гуччины принадлежности, корова. Вот, вот там еще Гуччи. Не буду расти, я тоже. А слушай, а если дать установку себе, я еще расту. Катается на таких. Да? Да. Вот ты где увидела. А вот тут уже. Сегодня, когда мы ходили в гости. Забыла, как зовут? Надо ездить вот так. Надо под дигурину, потому что Оля чуть-чуть поменьше ножки. Упала? Колесо! Ой, колесо отвалилось у коляски. Ай-яй-яй. Сейчас сделаем. Да ладно, ладно, сейчас сделаем, не переживай. Вот это да. Вот это ЧП. Что, сделала? А ножку себе не поранила? Коленку. Покажи. Чуть-чуть немножко. Да. Как-то. Детская же коляска. Ну, надо, значит, еще ее под это. Значит, ой, Вероника. Значит, будем кататься защитой. Вот, да, то есть так всегда все учатся. То есть ты думаешь в этот момент только о роликах. И как тебе на них научиться? Мама, моя доченька спит, глазки приоткрыла. Да. А вот когда ты уже на автомате научишься кататься так, что тебе не нужно будет контролировать процесс, вот тогда ты уже можешь и... Мам, хочешь ее покатать? А что, прикольно? Ну что, почти пришли домой. Смотрите, какой сегодня ветер. Вообще видно вот особенно. Чтоб не продувало, да? Да. Ну это как и переноска, и как этот кармашек, да? Что-то ей завязали. А чем вы покормили? А ты ей всю пачку положи. А
собачья, это кошечка. А белый поливый. А это серая кошка, она очень маленькая. Да, вы ее не... У меня, кстати, еще три. У нас молоко все из-за ветра вылилось. Ну ничего, это очень сухо. Мы ее где-то неделю назад встретили. Она уже... Не доела, на, иди докушивай, иди, иди. Не, не, если опять у нас отвалилось колесо, что это такое? Ну-ка. Как ты тут у нас дома? Как ты? Девочки наши поставили сегодня два укола. Да ты наша девочка хорошая. Тошнило, больше не будем тебе никакого сыра давать. Никаких вкусняшек нельзя собакам давать. Да, Гуча? Будем тебе вкусный-вкусный кормик делать, чтобы тебе все нравилось. Ну, что она у нас? То натуралку, то сухой. А надо что-то одно. Да, Гуча? Сейчас иду, Зай. Угу. Сейчас будем витаминки давать. Как твоя попка, Гуча? Как попка, Гуча? Ну, как? Сегодня укольчик поставили, Гуча. Где вторая? Поноса-то больше не было. Тут девочка наша. Вот так. Как твой животик, Гуча? Как твой животик? Как животик твой? Сегодня УЗИ делали. Животик. Животик. Животик, Гученькин. Животик. Гуча. Гути, мы с тобой еще на выставке даже не походили. Еще щеночков не родила, так что... Живи долго, будь здорова, девочка наша. Еще щеночков надо родить тебе. Угу. Вот, животик такой прям что-то. Вот она же сладкая девочка. Гутенька. Лапки. Лапки. Ой, прости. Глаз прям заехала, Гути. Глаз прям заехала. Прописали вот такое вот. Фикасу. Мультифлора. Да, будем добавлять в корм. Это корм, вот ее натуралка. На здоровом питании. Пробуем питаться без сахара. Такая вот гречка, нут, зелень. Какой нут? И рыбка. Ну, это этот, это такой горох. Он был изначально оранжевый, но когда я его сварила, он стал вот таким. На сладкое у нас желтый, классный, обалденный арбуз. Он просто потрясающий. Желтый. Желтый, да, это мы вчера еще покупали, но он очень-очень сильно вкусный. Прям рекомендую. Что, немножко покажу вам, что мы купили. Там у Вероники, конечно, свои покупки, у меня свои. Итак, первое — это вот такой вот массажер для лица, я так думаю, ну, для лица и для тела. Там одна баночка маленькая, одна большая. Вот они вот так одна в другой лежат. Я там, честно говоря, в магазине попробовала немножко приложить, мне понравилось. Если это будет еще и на крем, то это будет вообще классно. Это приятно. Вот еще один способ ощутить себя и сделать для себя что-то полезное. В общем, попробуем. Я вообще думаю, что надо уже свой канал отдельный завести, а не Вероникин, потому что у нас что-то все в кучу получается. Мои покупки, Вероникины игрушки и так далее. Так, дальше. Это кокосовое масло. Тут вот написано «без запаха», не содержит гидрогенизированных жиров. В общем, так-то это полезный продукт. Он, с ним можно жарить. Идеален для ухода за кожей и волосами. Незаменим для вкусной выпечки. Но выпечку мы не кушаем. Подходит для варки и тушения. Круто, попробуем. Веганский продукт, не содержит ГМО. И стоимость у него была, вот я не знаю, 99 рублей. То есть всего 100 рублей, но тут как бы и всего-то 200 грамм получается. По-моему, 200. Да, 200 грамм, вот тут вот дата изготовления, то есть все так довольно-таки
качественно сделано. И даже вот и указан сайт delicata.ru, то где можно вот познакомиться с продавцом. Обязательно попробуем. Что у нас еще в фикс-прайсе? Что мы там любим? Это цикорий 55 рублей. Надеюсь, что он будет такой же и вкусный, как и за 100 рублей. Цикорий. Это крем в красках на обычную, абсолютно обычная краска. Вот я себе такую покупаю. Крашусь я именно такой краской. Хной. Мне очень нравится. Во-первых, она ухаживает за волосами. Вот, и абсолютно, так скажем, природная. Нанес в душе, пока моешься. Полчасика там посидел с масочкой. И вот, все готово. Шикарные красивые оттенки. Краска стойкая написана. Даже если он блондинистый, ну это прям какая-то волшебная хна. Крем хна имеет научно доказанную эксклюзивную рецептуру и воплощает лучшие свойства традиционной индийской хны для здоровья, красоты волос и профессиональное стойкое окрашивание. Это лучшее средство для одновременного стойкого окрашивания, укрепления, уплотнения и улучшения роста волос. То есть, можно сказать, это как волшебная даже масочка такая для волос. То есть, и покрасился, и подлечил волосы. Следующая покупка – это шампунь. Чистая линия. Поддерживаем нашего производителя. 55 рублей всего. Вот такой большой тюбик. И так, сколько у нас тут, наверное, 385 миллиграмм. Практически 400. Мне очень нравится. Я пробовала дорогие шампуни различные. Ну вот прям, вот это самый классный, оптимальный для меня вариант. Ничего лишнего. Мыльная основа там, да, я так понимаю, там глицерин и так далее, и травки. Мне нравится. Чем проще, тем лучше. Так, тут у меня продуктики тоже. Вот маслины. Ну, честно говоря, повелась на цену и на производителя. 27 рублей всего-то. И бондюэль. Бондюэль я люблю. Я даже, честно говоря, не прочитала, есть там сахар или нет. Так, или прочитала. Так, ну тут вот маслины без косточки, оливковое масло, морская соль, фиксатор окраски и глюконат железа. Вот, глюконат железа, честно, не знаю по свойствам, как он, но глюконат все-таки. Такая вот книга. Честно скажу, мне самой стало интересно. И мне очень понравилось, как там написано, почему космос черный. Вот, прочитала буквально там несколько строчек и поняла, что, ну, хотела бы эту книгу прочитать. Да, здесь такие хорошие примеры. Сейчас один из них прочитаю. Вот такой пример про солнце, что представим, что оно вдруг потухло. Вот. А Земля начнет остывать, вместе с этим начнет угасать и жизнь на ней. Через месяц из обитателей нашей планеты останутся только те, кто перенесет мороз минус 70 градусов и научится обходиться без растительной пищи. Замерзнут моря и реки, то есть растений не будет, соответственно, да, температура. Мировой океан покроется многометровым слоем льда, под которым благодаря теплым течениям и сохранятся последние представители животного мира нашей планеты. То есть, смотрите, все-таки рыбки, да, и там все рыбообразные, все останутся. То есть, все-таки вот выводы делайте, откуда мы и кто мы. Так, дальше у меня тут свечки. Я обожаю свечки вообще любые. Правда, что-то я их мало покупаю, практически не покупаю, но я их очень-очень люблю. И вот такие вот две красотки. По 55 рублей свечечки такие. Очень приятно пахнут. Нет сильного такого... Дальше буду рассказывать. Там к Веронике подружка пришла. Так, это позитивный блокнот для Вероники. Честно скажу, я сама обратила свое внимание. Ой. Это позитивный блокнотик для Веронички. Я ей показала, ей очень понравилось. Мы его купили. Мне кажется, он очень полезный, потому что эти картинки можно перерисовывать. Это яркие, красивые образы. Тут, наверное, удобно что-то запоминать. И он так прям сделан с душой. Вот. Поэтому вот мы его взяли к себе домой. А, да, книга 149 рублей, блокнот 149 рублей, маслины 27, шампунь 55, хна что-то там 77, по-моему, масло кокосовое 99, свечки по 55, массажер, по-моему, что-то 77, цикорий 55. А еще я купила себе вот такую сумку. Вот она стоит 99 рублей. А, вообще, абсолютно простая такая прям вот сумка. Вот у меня есть маленькая черная сумочка, но иногда мне хочется положить чего-то побольше, а рюкзак с собой брать не хочется, а большие сумки я не люблю.
В итоге я решила попробовать вот такой вот тестовый вариант. И если этот размер меня устроит, то я себе куплю уже более какую-то качественную сумку. А пока, вот, как бы, чем проще, тем лучше взяла. Такую красную, как раз под маникюр. Вот, ну и вообще я люблю красный цвет. Он очень теплый, красивый. Вот, он мне нравится. И яркий такой. Разнообразить свою жизнь яркими красками. Да, и вот в эту сумочку, кстати говоря, влезло все то, что я вам сейчас показала. Абсолютно. То есть, ну, такая вместительная. Очень это радует. Гученька, как ты себя чувствуешь, девочка наша? Ну, совсем хорошо. Так лает стало, что точно. А то вчера не лаяла, ни воду не пила, ничего вообще не делала. Да, Гучи? Только лежала и даже спать не могла. До двух ночи вчера с Гученькой сидела я. Водичкой давала. Даже водичку не пила, да, Гучи? Гучи. Может, еще шампунь какой-то некачественный, да, Гученька? Не будем больше на всякий случай этим шампунем мыться. Гучи. Ты такой хороший. Гученька. Два укольчика в попку ты сегодня поставили, аж завизжала. Погодка успокоилась, да? Стало чуть потеплее, ветра холодного такого нету. Гораздо лучше стало. Как ты все такой раздетый? Когда холодно и не болеет. Ну, потому что он много двигает. Такой вот мы вчера покупали батончик. Он обалденный, классный. У него обалденный состав вообще. Купить и купить. Да.